Здравствуй, дорогой чат. Я знаю, что меня хорошо слышно. Лучше расскажи мне, как твоя суббота. Трейлеры? Новые игры? Хорроры? Гарри Поттер? Ничего не будет, будет играть Вальхейм. Этот ваш стример, понимаете? Я уже говорил вам, что я в своеобразном отдыхе. Я просто залипаю своеобразным... Считайте, что я уехал в другой город, в Вальхейм. И все равно при этом с вами, то есть на связи и стримлю, окей? Здравствуйте. Что делать? Я еще не завела стрим. А че, почему тебя слышно? Я выключила Дискорд. Как так-то? Я выключу тебя еще, ладно? Хорошо. А Джек тоже стримить будет, не? Да. Да, он заводит тоже стрим. Класс. Угу. Господи, мы все больны. И мы можем бросить любой момент, правда? Можем, конечно, да, можем, да. Так вот, ладно, я выключу микрофон пока, и тебя тоже. Это наш маяк? Оло. Алло. Да, это Джек построил маяк. Ой, да короче, ладно, не буду я уже заводить, буду так тогда. В смысле, заводи? Ну, в смысле, я завела стрим, но я не успела ни с кем поздороваться, вы начали галдеть. В смысле, галдеть? Я просто увидел офигенный джековский маяк. Все, ладно. Надо его повыше поставить, а то это какой-то для маленьких людей маяк. Видишь, как я политкорректно сказал? Мог бы ты прыгнуть на портал третьего босса с ключом, пожалуйста? Да, мне просто у меня инвентарь полностью забит, я его сейчас разгружу и приду, окей? Или прям, типа... Нет времени вообще, нет. Все, просто лечу. Возьми ключ, пожалуйста, просто лечу. Приди. Я бегу, роняя все. Просто я бы зашел в данж, и меня бы не овнили тут враги, но я не могу зайти в данж, так как у меня нет с собой ключа. Стоп, я сейчас взял лабуз. Я со старта начал умнить сраный драугр. Прилетел. Господи, что происходит? Я, короче, около портала кружусь, и меня все овнят. Ну, в общем, я не иду на помощь. Понимаю. Да, блэд, я еще забыл. О, боже. Помогите мне. Помогите. Ты должен был мне помочь. Господи, меня убили. И теперь ломают портал. Они портал ломают. Это мои вещи. Класс, началось. Понимаю. Помощничек пришел. Это мои вещи. Мне не нравится эта игра. Что тут происходит? Все хорошо. Даша, помоги нам. Что случилось? Напомню, а где босс вы? 3, портал, босс 3. А что мне босс с собой? Босс 3, возьми с собой все, что нужно, либо для маленькой лодки, либо для плота, если на лодку ресов нет. Так, подожди, а еда? Еда тоже нужна? Что там происходит? Там сражение? Ты должна спасти Артура, да, и вы должны приплыть ко мне с ключом для донжона. А Артур умер... Прямо. Да, я выбежал из портала и, ну, в общем... Потому что я, возможно, территорию куда-то зайди не на третий, ну, к боссу, на портал. Гарри Поттер на меня напал. Там просто какой-то маха-бить. Я как зашел, меня просто... Я вообще, подождите. Да, ну как бы... Артуру, спасай меня. Артур кричит, нет, ты меня спасай, меня убивают. А Даша промисла. Даша, просто, пожалуйста, зайди в портал, пока его не сломали. Пожалуйста, в третий портал к боссу. А что мне сделать там? Я не понимаю. Там враги, убей их или умри. Спасибо. Болото? Или босс 3? Да, босс 3. Босс 3. Отойди. Я захожу в портал драться. Спаун, я не знаю. У меня 25 хп, сейчас я... Что ты наговорил такое богам, что они вот настолько нас ненавидят? Ну я сказал, что один лох. Ага. Понятно. Я что-то, блин, зашла только в игру, и тут уже какой-то, блин... Микроагрессия, да. Какие-то, да... Я еще ничего не успела сделать, блин. Да, то же самое. Я ничего не успел сделать, просто зашел, Джек говорит, беги, бросай все. Вот, и потом меня начали бить ногами. Больше ничего не помню. Блин, у меня солнце в окно светит. Мешает играть, я не вижу. Да откуда ничего. Вы появляетесь, я не понимаю. Что за спам-то здесь? Ни костей, ничего нет. Какой просто появляются постоянно враги, овнят меня. Мы бежим, он Джек. Еще и сломал эту штуку. Бежим, Джек. Джек, мы бежим. Теперь они нас овнить будут, не волнуйся. А я не могу забрать это дерево, поэтому не могу туда идти, бля.
как у меня жопа горит с самого начала стрима. Щит, достань! Блин, я очень мало стрелял всегда. Ты же торопилась. Это вот тут проблемы? Нет, вот проблема у Джека. О, какое активное начало, да, не то слово. Я не знаю, как мне лучше чинить. Пиздец-то, господи, почему? Почему я просто не могу, сука, отбить? Я ненавижу эту игру. Ее делали какие-то садисты, понимаешь? 33 драугры бегают за мной и дрючат меня в жопу. Я, если что, пока что в более-менее безопасности. Да, мы тут пытаемся до тебя, знаю, тебя дойти, это... но врагов здесь нет. По спасению Джека потерпела крах. Требуется миссия по спасению Даши и Блэка. Человые стримы все еще, кстати. Блин, я сегодня погулял на улице, там типа так светло, ярко было, у меня такое настроение хорошее. Да, мы пришли с таким настроением прям. И вот мы здесь. И вот мы здесь. Вот мы здесь. Ну камон. Копаем кал с Артуром, бьем до утра, короче. В темном подземелье из зелени. Агримся на чат. Копаем говно. Копаем давно. Копаем, копаем, копаем говно. Артур, все в порядке? Нет, да? Нет, с самого начала стрима все не в порядке. Более того, еще до начала стрима все было не в порядке. Слут, получается, пропал, да? Потому что залутал. Вчера Даше говорю, завтра постримлю что-нибудь уже нормально так. Я тоже такая, да, ну вот, завтра, да. Сегодня такой Джек уже там. А что он делает? А он долго будет сидеть? Да, да, да. Напиши, говорит, Джеку. Я думал, что вы сегодня будете что-то другое стримить, а я буду вести металлолом. Ага, это независимость. Блин, не могу грязный лом бить, но он же нам нужен. Я убью кулаком. Потому что тут вода, типа, да. Это какая-то шутка или что? В воде ты кулаками можешь бить, а киркой во воде ты бить не можешь. Блин, надо как-то попробовать забыть. Ну там тут тупик, скорее всего. Ну хоть немного. Хоть немного говна покопай, пожалуйста. Ну чуть-чуть еще. Чуточку. Чуточку. Так, только бы сундук не уничтожил. Уничтожает сундук опять. Не. Он уничтожил его опять. И мы все в токсике. Я надеюсь, ты не умираешь. Я умираю. Тут блок. Он навонял еще. Ну все, теперь я точно умру. Не надо было Одина лохом называть. Извините. Все еще считаю, что Один лох. Все еще он не может покарать меня молнией кста. 10 хп, я выжил, Один лох просто. Артур, а ты умер? Да. Или ты выжил? Нет, я умер. А можешь принести две зелки от яда, пожалуйста? Я тебе... Один, конечно, лох, но... Одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. Я не доберусь до туда. Даша! Чего? Что такое? Нужна помощь. А что, что такое? Ты должна дать Артуру ресурсы на лодочку. А что, он сам не возьмет? Ну это же Артур, ну. Так. Слушай, ты сейчас... Я верю. 6 кожаных обрывков, 6 смолы и... Даша за складом, Даша Шматько. Типичный прапор. Сейчас я а ты, получается, поставлю. Как там у того напарника? Я Соколов. К ним все время приходил. Нет. Нет, она этот... меня припахивает постоянно, я Соколов. Крыса усатая, или как он там? Михалыч, или кто к нам к нему приходил-то все время? Мутко. Не, Попадопола. Или как, я вообще не помню. Какая Анжела Олеговна, блин. Так плод или не плод? У Мутко был дружбан усатый. Плод, плод, ему нужен плод. Даша у нас Анжела Олеговна. А, Данилюк, Данилюк, Данилюк. Во, Данилюк, вот ты, Данилюк, Даша, приходишь. Я вообще не знаю, о чем вы говорите, просто... О, понимаю. Не знать историю своей страны, конечно, это понятно. А можно, пожалуйста, быстрее? У нас чаепитие намечается. Да? Лич, отвяжись от моей лодки, от моего плотика. Я сейчас на плоту, если не доплыву из-за тебя. Сука, ветер, блядь, у меня плот а почти. Меня Лич убил в итоге плот. Я сука, вижу это тебя. Ад сейчас просто. Ад какой-то просто, понимаешь? У меня плот уже весь развалился. Сейчас. Качайте музыку из Титаника. Где? Справа или слева? Сзади. Понимаю. Я не успел. Ну, минус плод, да? Доплыл хотя бы. Да? Да, минус плод и минус лес. Слушай, ты приплыл хотя бы, это посвятение.
Из воды 6 скелетов, короче, 4 этих слизи, я не знаю, просто я Артур. Голый. Вот так вот. Я надеюсь, что вам весело. Да, очень, очень весело. Очень весело. Можно сказать, мы фанимся. Матч фан. Тебе весело, Артур? Да. Ты знаешь, фан детектед, как говорится. Знаете, что меня пугает? То, что во время вот этих вот... Когда я какой-нибудь киберпанк стримлю, зрители 15 тысяч, да? И при этом на стриме 3 подписки и 200 рублей донатов. Вот, когда я стримлю Вальхайм, зрители заметно меньше. Столько донатов и подписок. Как это происходит? Может мне стать реально фулл-тайм стримером по Вальхайму? Я стану богатым, жирным, красивым. Жирным не в смысле толстым, я не шеймлю. А в смысле, что, ну, намажешь жиром. Я рассказывал зрителям про плюсы и минусы того, что я стал фулл-тайм стримером Вальхейма. В общем, так. Это очень выгодно быть стримером Вальхайма. Вот, я считаю, что это, ну, как бы, хороший бизнес-план. Мы тут полностью мы почистили. Мы уже первую нишу заняли, поэтому вы не успеете ничего сделать. Мы здесь в Вальхайме не всегда. Да, мы первые стали фулл-тайм стримерами по Вальхейму, это значит, что все. Вот как мы на Ютубе стали первыми стримерами по DayZ, а больше, в принципе, никто никогда не добился на этой стезе никаких успехов. Ну, вы видите, да? То есть, оно просто забито было уже. И тут так же. Никто и никогда, как вы знаете, в бете на Ютубе DayZ больше никого не увидите. Вот, наверное, моя вам гарантия. Да? И Максима тоже? Блин. Не, ну он как бы из нашей компании, Максима да? Максима-то ты забыл. Ну я про нас говорил как бы. Говорят, троица DayZ вообще-то, нет? Ну, кстати, вчера я недавно видел интервью, он так хорошо о нас отзывался с Джеком. Аж приятно стало. Отзывался. Говорил, что по сути мы его сделали. Это неправда, конечно. По сути мы друг друга все делали. Много-много раз. Блин. Ну вот поэтому у тебя и не берут интервью, потому что ты бы сказал это. Да. Ну да, но мы-то знаем, это инсайды. Джек, я тебя потерял. Друг друга снова и снова. Максим среди вас самый ответственный, получается. Понимаешь, да, Гриш? Понимаю, спасибо, Даша. А прикинь, сейчас морской змей нападет, а у меня даже лука нет. Давай я буду рулить. Просто если змей нападет и убьет нас вместе с этим золотом, я не знаю, я прям просто пойду червячков наемся на болоте тогда. Никто меня не любит, никто меня не ждет. Пойду я на болото, наемся червячков. Мы получили урон. Почему? Мель, наверное, опять. Здесь времена бывает, плывешь и типа такой удар, как будто я хрен знает. А потом смотришь там на дне что-то. Может, кто-то случайно удар нажал, ударил лодку? Кто бы это мог быть? Я за рулем, на корабле только ты. Это поклёп. Призрак? Какие ваши доказательства? Поклёп на призраку? Думаю, да. Призрак на корабле к беде. Это а получено. В игре есть животные, на которых можно ездить? Да, мы с Артуром, и на нас дашь. What the fuck? О, это было токсично, конечно. О, да. О, да. Милый. Да? Я люблю тебя, но можешь не петь. Пальма. Спасибо. Так, на нас ездит. Нам запрещают петь. Что дальше? Настоящий талант не задушить, ты знаешь? Угу. Но не пой. Хорошо. Ты представляешь, ветер будет париться. Это ненадолго. Фига, мы сразу быстро поплыли. Да я тебе говорю. Такое бывает вообще, вообще законно. Кстати, знаете, слушайте, а если бы вы прорыли канал через весь остров, то было бы удобнее плавать. Канал, точно. Чтобы не пришлось отплывать остров, Андрей с Кириллом, по-моему, так сделали. Угу. С Лоремином. Ну так, если так хорошо играет, может быть. Нет, там уже место занято. Пойдем туда.
Можно, дерево. Кстати, сделать по-другому. Можно сделать просто насыпь такую, типа, по всем островам, ну, на изи. И возить на тележках на нас. Ну, мы же батраки. Можешь, кстати, кнут купить. Будешь бить нас. Мы с тобой, кстати, реально, Артур, можем просто поднимать землю из воды и строить огромную прямую дорогу через все острова. Сейчас серьезно это обсуждаем? Нет. По ней ездить. Ну а что, типа, Винтик и Шпунтик так сделали, а мы что? Ой, какой красивый огородик. Потом зайдите глазком посмотреть на огород. Простите, но мы тут работаем, нам сказали, что нас скоро кормить не будут, поэтому нам нужно как-то выслуживаться. Так, блин, я... Да кто сказал? Я наоборот вам же все это готовлю. Вы меня, блин, бесите уже. Да ладно, чем мы тебя бесим? Нормально же все. Атмосфера новизны и приключения еще осталась после стольких часов игры? Да нет, по большей части. Ну, тут больше именно приключений, а новизны, ну, уже просто как бы обжились. Ну да, особенно когда мы вчера на гору залезли и кричали «оборотни, оборотни», да? А когда мы кричали «дракон», и Артур такой «где дракон, не убивайте его, хочу посмотреть». Блин, идеальная пародия была. Нет новизны. Один в один голос. Новизны ощущений нет. Говорит. Если бы я вас так изобразил, вы бы обедки кидали потом месяц назад, понимаете? Не, меня тут бьют, у меня много металла, помогите мне, придите. А я тут говорю свое. Свое варево варю. Вы там ходите, у вас контента, я варю. Вот это. Ой, боже. Выпрыгивай, ищи донжон. Не хочу. Я не хочу в болото. Не хочу в болото, Вики. О, приплыли, походу. Так, а ты смотри вглубь острова. Видишь ли ты там донжоны? Я смотрю. Ты мои глаза. Ты мои глаза. Ты высматривай донжоны, ты мои глаза. Ячмень же этот садит наши жены. Понимаю. Шел третий день путешествия на лодке. Если кто-нибудь из вас, ну, если вы дома окажетесь раньше меня, огород проверьте, пожалуйста. А, ладно. Окажетесь дома. Я хочу домой. Я уже забыл, сзади что блок. Такое дом. Я уже не помню ни запаха булок, ни света. Сзади блоб, Джек, сзади блоб. Так сзади меня или сзади... Ну сзади кого он может быть? Если я говорю тебе, что сзади... Я думал, он сзади с другого сзади. Убей блоба. Ты туда же смотрел, как вперед. Драугра-то был бить, нет? Я не мог бить, 9 хп, что... Артуру, 6! Я умер. О, мой гад. Джек, тебе очень сильно сочувствую. Я не знаю. Я сейчас поеду домой. Только докопаю чуть-чуть и поеду, окей? Джек. Что? Джек. Вышел к лодке там, где ты оставил, лодки нет. Что? Че? Вы что делаете? Мне плохо стало. Сейчас плыву, короче, к острову, а мимо меня наша лодка проплывает. Вот будет смешно. Нет, не будет смешно, Джек. Знаешь, почему? Почему? Потому что я вижу ящики, которые лежат на берегу. Начатырить лут? А в чем суть игры тогда будет? Ну, типа, я в Фортнайте всегда читрю и нормально. Мама, смотри, я в Фортнайте занял первое место. Сынок, ты читерил опять? Да, мама, я читерил. Вышел вон из дома. Вышел вон из дома, не возвращайся никогда сюда. Но, мама, я сделал это, чтобы впечатлить тебя. Ты не сын мне больше. Уходи отсюда. О, нормально, тролль на острове стоит и меня смотрит. Отдохнул. Ага. Окей. Сижу у огня. А у Артура там дементор прилетел, ударил и улетел в небо. Ну, я на него посмотрел просто. А, типа, да? Типа, тут как бы, говорю, как дракар утонул. Мужика, ага. Который хотел погладить Эвана. Артур одним взглядом останавливает людей, вы бы знали. Я не взглядом остановил. Я сказал, что собака может укусить. Простите. Пожалуйста, уходите. Ну, взгляд скажи. У тебя тоже вот, бывает такой. Какой-то был выпивший, короче, мужчина там. Хотел Эвана погладить. Я говорю, мужчина, простите, пожалуйста, мы с собакой можем вас укусить. Простите, пожалуйста, не подходите. Он говорит, а, ну,
Простите, конечно. Не подумавшись сделал. Маклипа, говорю, пожалуйста, отойди от Ваки. Умбратан, типа, спасибо за 27. Тьма, спасибо за 12. Годик, спасибо тебе большое. Очень люблю. Басария, спасибо за 27. Морнингберд, спасибо за 8. Тори, спасибо за 9 месяцев. Я сейчас просто вспомнил, как смотрел одну стримершу, которая всем горела. Ой, что спасибо. Я всех вас люблю. Спасибо. Я плываю гигантский остров. Ну что ты мне такое пишешь? Спасибо. Спасибо за донат. Спасибо. Нет, я не покажу тебе сисечку. Артур сиськи на стриме в прямом эфире показывает, да как он смеет. Ну показывает и показывает, блин. Не хочешь, не смотри. Тут а зачем мне улучшать мою броню тролля? Мужика. Ну тебе же хочется куда-нибудь, знаешь, зря потратить ресурсы. Сейчас мы, правда, приедем и сделаем себе металлическую броню, но как бы... И пойдем босса трахнем. Тролля лол, как бы. Вообще-то этот босс супер дотный, вы не сможете его убить. А как вы его убили? А я не смог. А мама! Все хорошо. Он меня два раза подряд. Голубику положила, но пожалуйста, не кушайте, ладно? Её да мы вообще еду больше не берем, нам нельзя. Нам нельзя, нам запрещено. Я жру мох в подземелье, который подбираю с полу, блин, в грязи весь. Я жру говно. Оно валится, я просто рот открываю. Да. Вот именно. Я вам наделаю, конечно, пирогов, там всякого такого. Мы ни одного пирога еще не видели, но никто их не дает есть. Mm-hmm. Потому что для нашего блага кто-то делает пироги какие-то все время из морковки. Мне при этом даже, когда говно валится, мне страшно его есть, потому что потом окажется, что оно было нужно, и меня наругают. В какой-то момент. И все. Кто там прячется за углом? Это ты, брат, на водосах. Оп, на получи, опа. О, откнул. Блоп-шлоп. У вас больше нет Arrow. Понимаю, Артур, у нас проблема. А у меня противоядия нет, у тебя есть? У меня есть, я с ним. Так что я приму удар на себя. Я забыл его взять. Ну, действительно, зачем оно в принципе нужно здесь, в подземельях? Прикольно. Здесь так, еще копать, ну... не перекопать. Ну, копать, не перекопать. Здесь стрелы есть arrow, токсичные. 12 блин, токсичных думаю, Arrow. Нанесут ли они урон? Я думаю, нанесут, как обычные стрелы. У меня еще кирка ломается, поэтому... Я могу тебе кирку твою отдать. Ну ты посмотри, как ты меня прям хочешь здесь оставить. Ну да. Ну меня уже перевесит, там как бы я сейчас бежу назад. И все-таки он ушел. Где выход-то здесь? Иди тупики, я вообще не понимаю, как идти, куда. Кидай на дороге на перекрестках по светящемуся грибу. Будешь? Да, и я его буду лутать каждый раз на пути. О, грибок, о, грибок, о, грибок. Блин, я заблудился опять. А потом, а, блин, а где все грибы? Блин, гайс, я заблудился. Понял. А где мне взять похлебку там или что-нибудь такое, что там вот делаешь, чтобы там, типа, хотя было много... Что-нибудь можно мне такое выдать? Что, Джек, хочешь? Я говорю, можно какую-нибудь похлебку там или что-нибудь? А, да-да-да. Ты пропадаешь, Джек? Джек, что? Ну, что? Еще ХП. Раз повтори. Для ХП у вас еды да. там... Ну вот вместо еды у меня, потому что желтый гриб, который ты запрещаешь, есть был. Мне нужен третий что-то, что есть надо. Там суп, там жареное мясо, там варенье. А грибы тебе отдать, правильно? Три типа еды у вас там есть. Грибы тебе отдать желтые. Да. Тебя плохо слышно, Джек. Ты пропадаешь. Есть что? Плохо слышно. Перезвони, плохо слышно. Не слышу тебя. Кушать хочу. Жиза? Сори, сейчас я тебе покажу. Там далеко копается. На секундочку подойди, а потом... Да. Смотри на меня. Давай, ты сейчас идешь в свою сторону, а я в свою. И если мы пересечемся, то нам сдонатят по 1000. Смотри. Давай. Брат? Брат. Нашлись там, брат? Мы богаты. Нашлись. Мы богаты. Мы 7 дней. Веселая игра про викингов, говорили они. Будешь там, ну, типа, набеги совершать, открывать новые земли. Викингом будешь, да. Вот как оказывается. Историчность была. Викинги-то только дерьмо копали в шахту.
просто не просыхая. Потом через портал домой поесть, поспать и дальше копать. Так, а ну-ка в Стиме, сколько у меня наиграно в эту игру? Ну просто интересно, без учета сегодняшнего. 32 часа. С них половину копал. Стой, стой, Артур, стой, стой. 32 часа. Нет, в два раза больше. И не, ничего. Ну ничего. Я просто копал из них больше половину. День 235. Сегодня Даша запретила есть все. Хроники называются выживание. Когда дом будут показывать... А, кстати, скелеты сломали абсолютно все у нас здесь, и портала больше нет! Артур! Портала больше нет, выходи! Сраный скелет! Даша, построй здесь забор, пожалуйста, нам! Сейчас сделаю. У нас все наши ресы валяются на земле! Сейчас сделаю. Так портал-то нет, ничего. Да, не мне делаешь. Тоже душно. Ну, поставьте. Артур, еще скелеты, Артур! Я пытаюсь выход найти. Сделай вы можете сами... Подождите, я не могу зачинить. Вы можете сами поставить портал? А, верстака-то нет. Поставил портал. Надо уплывать отсюда, это проклятое место. О боже, когда я дойду домой? У нас здесь просветление даже еще не видно. Есть еще мнение, что мы поплывем домой? Каждый новый проход, который открываем, типа там еще больше одно дерьмо. Поплывем домой, увидим новое болото, Джек остановится, скажет, ищи данжи. Вот тогда-то я закричу, как киса. Нет, я бы не мог сказать, ищи данжи, я бы сказал, ищи данжоны. Ну, ищи данжоны. Вот, вот это был бы уже я. Угу. Я думаю, скоро нам металла хватит, чтобы, блин, сидеть на металлических стульях, за металлическими столами, не, в металлическом доме, с металлическими топорами, в металлической броне, лежать будем на металлических кроватях и укрываться и металлическими одеялами. У меня почему-то геймпад отвалился. Так. Странно. Она мне что-то какую-то ошибку написала красненькую, что-то там, куда-то там, и все, и больше геймпад не подавал признаков жизни. А у тебя есть геймпад от хорошей консоли? Ну да, от PlayStation. Обломался, да? Нет, я промолчал. Ну да, но нет. Я просто не могу с тобой себя вести как с чатом, потому что чат, понимаешь, я, ну как бы, могу оскорблять, а тебя нет. Ну это факт. Где Джек? Джек вышел, у него зависло что-то в игре, и программа, которая, собственно, отвечает за работоспособность его DualShock, геймпад от PlayStation, который, как вы знаете, из-за того, что в Sony работают люди, которые не любят ПК-игроков, в общем, не удосужились написать нормальные драйвера, поэтому приходится пользоваться сторонними приложениями, в общем, у него отвалилось. Что, в принципе, характерно для всего любительского софта, другое дело профессиональное на Xbox, что в очередной раз показывает, что Xbox как консоль лучше. Поэтому, если хотите избежать таких проблем, пользуйтесь геймпадами от Xbox One. Они лучше в плане эргономики. Они более красивые. И, конечно же, с ними не будет вот таких вот проблем. Хорошо, что Джека сейчас здесь нет. Друга бы у тебя не стало. Энкарп, спасибо за 100 битов. Лучше пирога может быть только пицца. Еще бы я знал, где заказать хорошую вкусную пиццу. Энкарп, ты можешь зайти в описание и посмотреть на промокод... Пицца Папа Джонс — это, возможно, лучшая пицца на данный момент в мире. Возможно, даже в Солнечной системе. Я рекомендую тебе попробовать там пиццу 10 костюм сыров, или 11, или 9, в зависимости от города. Я не любил такие пиццы, но эта пицца раскрыла мне глаза на богатый внутренний мир пиццы. Понимаешь? Попробуй, и ты станешь другим человеком. Возможно, даже ты станешь сверхчеловеком. Больше интеграции, больше! Ты знаешь, я на Destiny на этой неделе так много заработал, что я могу вообще просто сидеть неделю и играть в архи. Нет, я не поэтому играю, мне правда интересно. Странные вы люди, то, что у вас Даша фактически весь день в кухонном рабстве, это нормально. А мне за то, что это констатировал, бан. А я вроде не жалуюсь, нет? Особо мне норм. Я сижу, залипаю. Мы всегда Дашу зовем, она знает, что она всегда может прийти. Конечно. К нам, если я же не маленький ребенок, который. Тут... Ей хочется. Который рта не имеет, чтобы ничего не сказать. За спасибо, за конечно, что защищаете, но не надо. Даша, от 1 до 10, насколько ты чувствуешь себя угнетённой?
Мне сегодня, кстати, снился сон, пипец какой странный, но... Это вышла игра, называется Last of Us 3. Короче, вот. А ее суть в том, что я с другом попал в какой-то дом, с вымышленным другом. Ну, понимаете, я стример. Попал в дом, в котором, короче, леди Димитреску была, она гонялась за нами. Ну, такая она ходила, она не бегала, а просто ходила пафосно, а мы там обсирались. И, короче, ну, потом мы выбрались, и все это прошло за полтора часа. Вот, и, по-моему, я был, по-моему, Элли. И я пытался понять, я такой, типа, потом на стриме говнил игру. Типа, какая связь первой со второй частью, что за бред? Вообще, и, короче, и то, что она проходится там за полтора-два часа тоже. Такой, типа, вообще негодовал. Вот, да, так такой. Я слушал подкаст интересный про сны, где говорили, почему эти сны такие безумные, почему мы их часто забываем практически сразу. И, типа, мозг это делает для того, чтобы мы не путали сны с реальностью и воспоминания о снах, чтобы у нас не путалось с тем, что мы действительно в реальной жизни это сделали. Согласен. В какой-нибудь момент сидишь такой, блин, я прошел Last of Us 3, там была Леди Димитреску за полтора часа. Но почему-то никто не знает об этой игре. И ты пытаешься ходить и доказывать всем, что ты в ней играл, и она действительно была. Вот этот камень, Артур, спрыгни, разруши его, чтобы мы могли подплывать нормально, а не врезаться вот в эти вот три камня. А, здесь... Хотел расцеловать. Зачем? Родной дом. Мы встали. Меня сразу погнали. Артур. Причем вас странно трясет. У вас точно все в порядке? Да. Я не могу плыть назад, не могу плыть вперед, вообще нет управления. Даша, мы потерпели крушение у дома, помогай Артуру. Вы смеетесь? Вы чё, блин? Нет. Какого хера? Что это камни? Я просто причем не понял, с чего это. Опа, что-то все-таки было, Артур, ты что-то сделал. Да, знаешь что? Может, конечно, и не ты. В смысле? Вообще-то я. Мы вернулись после 10-дневного путешествия. А хозяйка, принимай. Артур? Да меня и тут припахали. Где он? Да он камушек убирал с дороги. Я даже чат-то заметил, этот шлем сняла, чтобы посимпатичнее выглядеть для них. Ага. Муж-то, типа, вообще не приехал еще. Алло! О, боже, я сейчас утону у дома. Вы что такой ров тут сделали долгий? Тебе. Я сейчас поставлю тебе лестницу, Артур. Подожди, сейчас я сделаю. Там лестница все равно нужна. Только ты не греби, ты сейчас утонешь, Артур. Сижу на пирсе, боюсь шевелиться. Хотел пафосно приплыть, да. Пафосно поднимаюсь. Как Fortnite, смотри, видел построящиеся лестницы? Видал? Молодежен. Металл грузить кто будет? Куда пошел? Привет, Джона. Привет. Чё привез мне? Железо. Шуба. Шуба нет. Мы ее съели. Понятно. Почему викинг голодает, он на диете? Поедание еды в нашем государстве приравнивается к преступлению. Ну вы, конечно. Последних событий. Мы едим, когда нам разрешают и что нам разрешают. В шопу. Кстати, я там видел дверь металлическую в виде, ну типа, знаешь, как клетка, типа тюремная. У нас есть, да, я могу делать. Вот, да. Вот. Когда вот, такую построят, там уже как бы за нарушение... Не подавай ей все? Идеи. Да. О, печь работает. Все хорошо. Откуда у меня слиток? Это не мой, честно. Не вот заберите, не надо меня наказывать. Понимаю. Хватит поясничать, блин. Работайте. Работайте быстро. Кто-то, кого-то можно из вас послать собрать огород? Что собирать урожай, куда его нести, как его собирать? Просто дергать? Я как его собирать? Давай, дашь ты тогда по углю, а я по углю. Ладно, ага. Все, не трогай тогда. Давай ты тогда плавь, Артур, я пошла огород сажать. Джек, ладно? Ты тогда плавь, я сейчас подойду. Я плавлю. Мне тогда первому, да, значит, получается, доспехи там, да, когда хочешь? Да, так у тебя есть уже доспехи. Ну, делайте, так да. У меня доспех, а там ноги, типа шлем там. Но, нет, ты скажи, что самая супер необходимость? Нужен ли тебе топор, например, железный? Мне? Вот это вот все. Вы спросили про меня? Ну ты же рубишь деревья. Тебе нужно. Да, я вижу ответ. Вот, да, все, топор. Я вижу топор, и хочу. А кирка?
металлическую тяпку хочу. Тяпку металлическую? А тяпки нет, по-моему. Я все равно хочу тяпку. Понял, будет тяпка. Металлическую тяпку красивую. Да, и лук, потому что я охочусь вам на еду. Вот и лук, да. Все будет. Все будет. Еще хочу плащ из волка. Тоже. Так, это уже все, все, спасибо. Уже это самое, перебор. Блин, а репа за волками сейчас ходим. Все репа не хорошо. Созрела еще. Я пойду, я иду к вам помогать. А вы еду вообще едите? Да. То, что найдем, ну там, на полу. Ну мы мох ели в пещерах. То, что пробежит под кровать. Иногда питаемся. Ясно. Это вам. Круто. Спасибо. Так, идем дальше. Ля какой. Здравствуйте. Какой дед. Ну чисто жёстко. Жёстко? Чисто жёстко. Жёстко прям о, вообще. О боже, жги ж бой. Видали, что есть? Обалдеть. Это просто машина смерти. Ну, с этой теперь вообще никто не убьет. Ну, кстати, Эвана называет машина смерти всегда. Не, не так, как там? Собака смерти, да, ты ему говоришь? Собака смерти, да. Собака смерти, да. Маленькая какашечная фабрика. Эвану так нравится, он так прям сразу начинает радоваться, как будто понимает, что это значит. Джека, ты можешь зайти ко мне на стрим, если я ты на не стримишь? Как будешь готов, скажи. Так, я открыл твой стрим на телефоне. Так, открыл. Голожоаок, Голожоаок, единственный в мире малыш Голожоаок. Голожоаок, Голожоаок, Голожоаок. Понятно. Слышал это. Хайпово. Ну так, молодец тот, кто знает. Сделал одно человек счастливее. Единственный в мире малыш. Мы напомнили ему. Мы вместе выпустили это безумие. Хватит прикалываться над моим счетом, у меня комплекс. Не у Тани, как Ди Каприо. У меня щит, а не дверь. Сейчас я решила сделать. У меня щит. Отличный отыгрыш Ходора. Это щит, это не дверь. Это неплохо, кстати, было. Ну да, ну да. Вот сейчас я вот это уроню и... Хана мне. Даша? Бля! Это очень забавно со стороны выглядело. Надо потом посадить деревья, не забыть. Ты бы предупреждал, что ли, что на меня катится бревна? Я знал, что ты в курсе. Артур, аккуратно, еще. Все, 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 закончилось. Дорогие зрители, носите, пожалуйста, каску. Места, где проводятся технические работы, техника безопасности, залог долгой, надежной, счастливой жизни. Почему я в 9 вечера постоянно телефон начинает сходить с ума? Мне сегодня звонили в 8 утра. Как же там, блин, из общества... Ты смогла запустить сервер в 8 утра, но ты дальше хочешь спать? Я... Да! Понимаю! Считаю, это предательство. Да, я легла спать! Эй! Это предательство. Вы вообще поспать в порядке? Поспать 4 часа и не запустить сервер, пальма. Ты видела гифки? Let me in. Так ты эту гифку во сколько отправил-то? Ты ее отправил во сколько? Во сколько? Так в 12, по-твоему. Так если ты в 8 проснулся, как бы могла бы написать, типа, я случайно проснулся, может, сервер тебя запустить? Да, и лежать ждать, пока ты там ответишь или нет, да, чтобы весь сон у меня прошел. Да я-то вообще... Я-то вообще-то уже не сплю в это время, как бы. Да. Дети встают в 7:30, чтобы посмотреть мультики по СТС. Завтра, короче, начинаю Даше писать, типа, ну, типа, открой сервер и гифка Латмин. И типа написать, этот человек вас заблокировал. Пишу Артуру, Артур, меня Даша заблокировала, открой сервер. Let me! Этот человек тоже вас заблокировал. Я такой, понимаю. Let's go. Пожертвовать предмет? Да. На пятерку. Вносите жертву. Масса двигается. Да вы что, рофлите, что ли? Какая-то масса костей. А урон наносится вообще? Наносится по миллиметрику.
А я ему огненными стрелами, если сейчас стреляю, типа, а он должен кремниевыми. Гореть, только... Он в упор ядовитой хернёй бьёт. Блёрпы! Отдельно блёрпы бегают. Чё только не бегает, на самом деле. Бей, блё! Он сейчас блеванёт, по-моему. О, господи, фу! Классный босс, локация классная. Масса костей, просто 4 каких-то кости приклеили на слайма. Масса костей, босс, понимаю. Блёрпа-слёрпа, по-моему, он отправил, не? 10 штук, они на меня, на мне все. Блядь, кит-видео, сука. Понимаю. Я же говорил, в самый ответственный момент завтра это говно вылезет. Вчера в берег впилился, сегодня я ее удалю, удалю ее. Слушайте, у нас на этом острове нет корабля? Обстреливать его с корабля? Нет, я бы его просто заманил бы в Австралию, там бы его трахнули комары. Работаю, я готов оплатить этот план в жизнь. Стало просто. Иди сюда, цыпа. А змей бы его еще по пути там... Так оно максимально близко, алло. Максимально близко, то есть это изи можно сделать было бы, если бы здесь был бы корабль. Комары такие, понимаем, здорово. О, сейчас утлю, лечу. Осталось, Артур, совсем чуть-чуть. Да-да-да. Из последних сил! Герой Шепкинс! Все, я умираю, у меня отравление. В смысле, живите там, алло? Не, я не могу, сейчас отлечу. Или нет? Нет, нормально, я живу! Мне холодно, игра сообщает. Мне после тоже. Того, что я пережила, мне насрать на холод и жару. Третий босс, и на боль в анусе. Тоже. Ну и вот, видишь, ничего ты не потерял. У меня одна жижа осталась в инвентаре. Ну да, да. Самое главное, что мы все вместе живы, а босса этого трахнули. Хорошо. Да. Без агрессии, абсолютно. Просто все. Технично уработали. Возможно, был какой-то более умный метод его победы. Подобрав нужное оружие или подобрав нужную тактику. Но мы просто уничтожили его и всех его сослуживцев. Потому что почему бы гад и нет? Угу. Видите, да? Мы приседающая банда. Все. Давайте заканчивать на этом. Мир сохранен. Все, да. Всем пока. Всем пока. Давайте. Чат, хорошо сегодня посидели. Победили третьего босса. Покопали. Вот, короче, гайз, спасибо, что сегодня сидели, смотрели и отдыхали вместе со мной. Вы все большие молодцы. Всех люблю. Увидимся завтра. И да, всем пока.